Золотое кольцо Сибири – это около 30 природных и культурных объектов из 12 регионов. Те места, которые отражают национальное, гастрономическое, природное и культурное многообразие. Алтайский край туристы увидят во всей красе. Знаменитое озеро Яровое, Моральники, курорт Белокуриха. Для увеличения интереса к сибирским регионам создадут информационный портал. Там можно будет найти и другие туристические объекты. Исполнительная власть, туроператоры, Русское географическое общество, объединившись, могут выложить всю необходимую информацию на этом портале. И уже турист, который, проехав по Золотому кольцу, например, ему очень понравился Алтайский край. Но количество времени, к сожалению, оказалось недостаточным при маршруте. Он может снова и снова вернуться в Алтайский край и посетить его. Информацию он может почерпнуть именно на этом информационном портале. Представители туризма считают, что Алтайский край – один из наиболее интересных для путешественников. В список рекомендуемых мест для посещения внесут Барнаул, Горнозаводской, Бийск, Белокуриху-2. Также перспективным направлением считают развитие сельского туризма. Когда городской житель с семьей приезжает на неделю, на две, там пожить в селе, покопаться в этой земле, так сказать, своими руками, там где-то редисочку взять, где-то огурчик сорвать, где-то рыбку поймать на пруду и тут же ее поджарить, так сказать. Это ведь тоже тема-то интересная и хорошая. Стоимость путешествия по Сибири будет варьироваться от 40 до 50 тысяч рублей. Пока что проект находится в разработке. Познакомиться с красотами Алтая и всей Сибири можно будет через 2 года. Елена Заздравных, Полина Жданова, Анатолий Фукс. Новости.